Миссию ОБСЕ наконец-то пустили к морякам нашего танкера. Механик Погодин заблокирован в порту Херсона. Ранее в доступе наблюдателям отказал мужчина, который представился сотрудником СБУ. Но и во второй раз делегация не смогла подняться на борт. Их мандат распространяется только на территории Украины. Общались с моряками на причале. Как рассказал капитан, все необходимое у них есть. И танкер готов покинуть порт, как только получит разрешение. Украинские власти удерживают судно уже больше 2 недель. Киев ссылался то на неисправность корабля, то на загрязнение акватории порта. В итоге претензии появились к лизинговой компании, попавшей под санкции Украины. Официальных бумаг Киев так и не предоставил.